торговых центрах Самары появились дополнительные места для продажи. Их выделили для местных сельхозпроизводителей. У многих есть знак качества, сделано в Самарской области. Сегодня такое признание получил индивидуальный предприниматель Маулет Низамов и его сладости. И дальше мы будем уже еще сильнее стараться, вкуснее делать продукцию свою. Высокое качество продуктов по доступной цене для потребителей глава региона Дмитрий Азаров поручил областному министерству промышленности и торговли наладить диалог между самарским товаропроизводителем и представителями торговых компаний. Поддержка предпринимателей – одна из составляющих стратегии лидерства губернатора. Помогает решать эту проблему и городская власть. Поэтому до Нового года в торговых центрах и рядом с ними будут работать продуктовые мини-ярмарки на 5-6 торговых мест. Мы с торговыми центрами договорились о том, что вот эти сельскохозяйственные ярмарки будут стоять на самых проходных местах, как вы видите, рядом с кассами крупного гипермаркета. Поэтому для сельхозтоваропроизводителей Минпромторг создал абсолютно все условия для того, чтобы они могли продать и показать свою продукцию покупателям. Арендная плата в торговых центрах минимальна или отсутствует вообще. За счет этого мы хотим добиться низких цен на этой ярмарке, и чтобы наши гости торгового центра получили качественный товар по низкой цене к Новому году. Работают ярмарки и рядом с торговыми центрами. Покупателям такой сервис по вкусу. Рады горожане тому, что цены под свой контроль взял губернатор. Цены на жизненно необходимые вот эти продукты обязательно надо контролировать. Новая практика торговли понравилась всем, от покупателей до владельцев торговых центров. Возможно, ярмарки продолжат свою работу и после Нового года. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.